Окей, в этом видео мы поговорим про смартфон Poco M3, и он относится к категории бюджетных смартфонов, но за свои деньги имеет, в общем-то, неплохие характеристики. И представлен смартфон под слоганом «Больше, чем вы ожидаете». И в этом видео мы попробуем разобраться, что конкретно от него стоит ожидать. Первое, что бросается в глаза, это корпус смартфона. Кажется, что он сделан из кожи, хотя на самом деле это пластик с такой текстурой. Выглядит это интересно, и на таком пластике царапины будут меньше видны. Еще, конечно, нельзя не обратить внимание на массивный блок камеры. На нем же и указали бренд смартфона. Продается смартфон в трех цветах: веселом желтом, ярком синем и привычном черном цвете. У Poco M3 яркий IPS-дисплей 6,53 дюйма с разрешением Full HD+, и плотностью 395 пикселей на дюйм. Фронтальная камера находится в каплевидном вырезе вверху экрана. Работает смартфон на 11-нанометровом Qualcomm Snapdragon 662, его максимальная частота 2 ГГц, графический ускоритель Adreno 610, и смартфон будет поставляться в двух вариантах памяти. Это 4 ГБ плюс 128 внутреннего хранилища и 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Есть возможность увеличить хранилище, добавив в карту памяти microSD, они тут поддерживаются объемом до 512 ГБ, причем слот разделен. Отдельно для двух сим-карт и отдельно дополнительный для карты памяти. Основная камера. Камера состоит из трех модулей, основной на 48 мегапикселей и макрообъектив с датчиком глубины, каждый по 2 мегапикселя. Фронтальная камера на 8 мегапикселей с искусственным интеллектом. Она сможет порадовать портретными снимками и поможет смартфон разблокировать по лицу. Мы подобрались к одной из самых главных фишек смартфона, это его аккумулятор. Он тут составляет аж 6000 мАч, конечно же, разъем USB Type-C, поддержка быстрой зарядки, и с таким аккумулятором смотреть видео можно до 17 часов. А с двойным стереодинамиком это еще более приятно делать. В смартфоне отсутствует какая-либо защита от воды и пыли, и нет поддержки NFC. Но тут же вспоминаем, что это бюджетная модель, поэтому производителю приходится искать какие-то компромиссы. Разблокировать смартфон можно не только по лицу, у него есть еще сканер отпечатка пальца, который встроен в кнопку питания, что делает его использование еще немного удобнее. Также в смартфоне есть инфракрасный датчик и 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Я думаю, что за свои деньги этот смартфон достоин внимания, он стоит в Беларуси 598 рублей, ссылку оставляю в описании, можно купить его в интернет-магазине МТС, подробно по ссылке узнаешь полностью все детали. Плюс есть возможность оформления рассрочки и комфортно платить всего лишь 26 рублей в месяц. Если видео тебе было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал, я с тобой не прощаюсь.